Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 15 октября – кармический день перемен и обновлений. В сегодняшнем видео вы все узнаете. 15 октября отмечается как особенный кармический день, наполненный энергетикой перемен и возможностей для трансформации. Это время, когда природа и космос находятся в гармонии, создавая идеальные условия для переоценки собственных действий и планов, исходя из накопленного опыта. Кармический день дарит шанс осознать, что судьба, возможно, не всегда предопределена, и мы способны управлять ею через поступки, мысли и намерения. В кармический день важно обратить внимание на свои внутренние установки и отношения с окружающим миром. Это время переоценки, очищения, обновления, когда осознанность и добрые намерения могут сгладить и гармонизировать вашу карму. Проанализируйте прошлые действия и решения, которые могли воздействовать на ваше настоящее, и задумайтесь, какие из них нужно пересмотреть. Ваша жизнь и ее направление только в ваших руках, и этот день дает вам возможность начать с чистого листа. Карма – это не наказание, а урок, который нам вольно или невольно приходится усвоить. В этот день рекомендуется совершить ритуалы, направленные на улучшение кармы, тем самым запуская изменения, которые будут способствовать вашему духовному росту и гармонии с окружающим миром. Ритуал на улучшение кармы. Данный ритуал, который нужно провести сегодня, поможет вам очистить карму и настроиться на улучшение жизни. Для данного ритуала вам потребуется небольшая миска с зернами, причем можно брать любые – пшеницу, рис, неважно. Дальше вам понадобится свечка и бумага с ручкой. Зажгите свечу, чтобы создать атмосферу сосредоточенности и связи с космосом. В центре комнаты разместите миску с зернами. Сядьте рядом, закройте глаза и мысленно представьте, как вы отпускаете все накопившиеся обиды, негативные мысли. Далее скажите: «Карму очищу, свет в сердце зажгу, отпущу обиды, доброту посею, зерна добрых дел в жизнь посылаю, чтобы мир души моей расцвел». Сказать нужно 3 раза. Далее запишите свои добрые намерения и желания на бумаге. Подумайте о том, каким человеком вы хотите стать, какую жизнь вы для себя представляете. Положите лист рядом с миской. Глядя на зерна, представьте, как каждая из них становится символом вашего намерения и будущих благих поступков. В завершение ритуала благодарите Вселенную за возможность изменить свою жизнь и за добрые дела. Листок можно сжечь, символизируя прощание с прошлым и приветствие нового. А зерна, которые были в миске, их нужно просто рассыпать по земле. Все. Этот ритуал не только поможет улучшить карму, но и станет шагом к более осознанной и светлой жизни. Главное – сохранять добрую намеренность и не бояться изменений. И пусть ваш кармический путь ведет вас к гармонии и счастью.